результат никто не гарантирует. Какой результат-то будет от этого? Опять дауны родите. Ведь он никому не нужен. Ни обществу, ни вам, никому. Вот я говорю, вы все постоянно живете мозгами своей счастливой жизни. Простите, вы, Андрей, убери у нее микрофон. Это хамство, это за такие... Выгнать ее из зала, дрянь. Ну, я слушаю. Позвольте мне ответить. Я тварь сейчас дам за моего ребенка. Ты поняла? Можешь говорить про меня все что угодно, но моих детей не трожь. Эвелин, спокойно, Андрей, я как врач хочу сказать, когда она послезавтра, не дай бог, попадет с болячкой ко мне в руки, я ей лично скажу, что ты никому не нужна.